Всем привет, друзья! Мы с вами в Челнах, где сегодня, так уж получается по календарю, последний матч первого круга, ни больше, ни меньше. Но вот эти соперники особняком стоят, им, собственно, эту кампанию в первом круге завершать. И КамАЗ из Хабаровска, это как раз есть та пара, которая завершает первый круг, возможно, не на своих местах. Ну а составы сегодня такие. 77-й Валентин Пальцев, Валерий Почевалин, опытнейший, 13-й номер, Ильнур Бадрдинов, 29-й, Дамир Таликин, 97-й, Руслан Куль, 74-й, Александр Гаглоев, 11-й, Артемий Укомский, 9-й, ну, кажется, да, будет номинальным центральным нападающим в этой игре. Штрафную много кто, и Пальцев, посмотрите, уже открывается на ближней штанге. Мяч летит дальше, удар, гол! КамАЗ! Ну, ликует автозавод. Павел Горелов. Классная вообще, на самом деле, работа многих игроков КамАЗа, которые были в штрафной. Вы посмотрите. Одной группы они понеслись на ближнюю штангу. Они утянули за собой хабаровских ребят. И совершенно один, как его могли позабыть, остался там Павел Горелов. Да, тот и больше. В матчах этих соперников забивается в среднем 2,53 мяча. Вот как раз аккурат для того, что нужно для тотала удар. Пожалуйста, но был свисток. Нервирует те, кто выше, причем гораздо. Удар по воротам, опасно, Сугробов спасает. Прекрасный был момент сейчас. Симонян цепляется, открывается Яо Жаншар. Получает удобную передачу, какой удар! Ух, моментище, потому что пустые были ворота. Казалось бы, да, и варится просто подсечь бы мягко-мягко над Анисимовым. Комский. Классный, кстати, пас. И передача пяткой. Здорово, Бадрдинов. Очень острый угол, хотя девятка была очень близко. Так манила к себе, так манила. В первом дивизионе вполне можно сравнивать. Гаглоев с мячом, он штрафной бьет с дальней. Великолепен Сугробов. У Хабаровска очень много атак через фланги. Бегун, который, как вы помните, вот какой удар, опасно. Рядом со штангой. Бегун, отличное усиление. Опции на левом фланге. Будет как Неста играет, да, с первого же матча. Момент хороший, удар, великолепен опять Сугроба в ближнем бою. Самое главное, выдвинулся вовремя. Опять вперед, в нужную точку. И скорее действительно играет по счету тем более. Даже в сравнении с первым таймом. Удар, какое опасное добивание! Как же так? Прощает Салагов, откровенно прощает. Но тут, помните, как забил Горелов? Но тут уже об этом лучше забыть, Покидышев. Он сегодня часто вообще в эпицентре столкновения находился. Порой сам их инициировал, порой... Пострадала сегодня вся хабаровская команда, ну, в первую очередь, потому что проиграла. Был шанс на ответный гол быстрый, но судьи не засчитали, посчитали, что был офсайд. Был реальнейший шанс у Салагова, который он упустил в середине второго тайма. Поздравляем КамАЗ, дружно наехали сегодня на Хабаровск.